Перед взрослым финалом в матче за третье место победила команда «Аматор». Они получили бронзовые медали и приз 2000 гривен. А в финале футбольного фестиваля среди взрослых встретились «Атом». Да-да-да, это именно та команда, которая проиграла в первом матче турнира «Оптимистам». Хотя еще тогда они смотрелись неплохо. Против них в финале играла команда «Феникс». Обе команды до середины первого тайма играли в осторожный комбинационный футбол, но защита побеждала. А на седьмой минуте индивидуальный проход, ускорение, и «Атом» повел 1-0. Первый тайм так и закончился. В перерыве мы пообщались с судьей, и он дал достаточно осторожный прогноз. Я думаю, ничейка будет. Ничейка будет? 2-2 или? 1-1. 1-1, да? А потом по пенальти? После перерыва «Феникс» активизировался. В начале тайма два опасных удара отразил вратарь «Атома». Потом был еще один хитрый розыгрыш штрафного, но футболисты «Атома» разгадали комбинацию. Опасными были и контратаки «Атома». В одной из них ворота «Феникса» выручила штанга. Игрокам «Феникса» в этот день не везло. В одной из атак и вратаря обыграли, но мяч так и не докатился до ворот. Ох ты, елки-палки! А когда футболисты нервничают, спорят с судьей, то тогда показывают карточки. И их в этой игре было достаточно много. В середине второго тайма хорошая атака «Феникса» выигрывает вратарь «Атома» и тут же организует контратак. И гол. 2-0. Чуть позже еще одна атака «Феникса», и снова не получается удар у нападающего. А вот в контратаке у нападающего «Атома» получилось все. Точно с левой 3-0. После игры мы спросили у Александра, автора одного из голов, верил ли он после первого матча, что «Атом» будет играть в финале. Ну, если думать о плохом, то зачем тогда играть? Вообще в него футбол. То есть ты верил, что вы в финале обязательно сыграете? Ну, верил, не верил, но знал. Поздравляю. Спасибо. А споры у футболистов продолжались и после игры. На финальном награждении мэр сожалел, что не видел ни одной игры турнира. Дякую вам за відданість футболу, за те, що ви проявляєте цей азарт. Да? Не просто там поштовхали, бо кажуть, тут заруби такі були, що мама дорогая. Я б з задоволенням на біс попросив вас ще один тайм пограти, бо, чесно, зізнаюсь, жодного матчу не бачив. Я думаю, що нам от такий аматорський футбол, коли не прив'язано до підприємств, не прив'язано до організації, коли люди самі зібрались, сколотили команду і грають, треба продовжувати і вже навесні розпочати такий більш глобальний турнір. Тим більше, що майданчиків в нас точно вистачає. Світла додамо, я знаю, що світла тут не вистачає. Я знаю, що сітку треба поправити, цю, яку гаси удари вже купили. Вона є, тому майданчик будемо допрацьовувати. Вам дякую, вам класних емоцій, класного настрою. Друге місце. Команда «Фенікс» нагороджується в повному складі. Ну, грамота, само собою, але найголовніше тут. 3000 гривень. Подарунок. Вітаю, друже. Ви переможці. Стартанули ви, я вам скажу так. Спеціально. Ура! «Атом», ура! Ну і «П'ятерочка». Нормально. Але то все нічого. Перший кубок аматорського футболу. Вас. Ура! А в фіналі, звісно, общее фото і надіжда, що весною буде розіграш і второго кубка мера по дворовому футболу.